Всем привет, на канале Хьюганта. Мы продолжаем играть в Mass Effect Andromeda. И отправляемся... Сейчас скажу, куда мы пойдем. К Трюянскому ковчегу. Точнее, по квесту Трюянского ковчега. Изучить аномалию. И еще одно небольшое отвлечение от основной кампании. Вот. Дальше. Где же этот квест? А, вот у нас квест. Зобрай. Какое совпадение, там и новый мир сразу. И как я посмотрел, это последний будет мир. А с учетом того, что в остальных мирах у нас почти все изучено, недолго уже осталось до конца. В этом регионе много пиратов. А, Трюянский ковчег как раз на новой плане. Какое совпадение? Да, и систему изучим. То есть все-таки пришел по маленькому квесту, а если это будет большой квест, это уже другой вопрос. Сканер, сканер, сканер. Где же эта аномалия? Кручу и кручу. Так. Выше, выше. Нет. Где? Спокойно. Запускаем зал. Крупные залежи. Полез ископаем. И все. Давай. Дубраки как-то было. Опустим эти ролики. То будем полчаса еще грузить. Дубраки. Зон. Далее опыт. Так, и еще одна план. Какая аномалия? Астероид. Телепортация. Опа, уже у астероида. Дальше графита. Так, и... 315. А тут, похоже, ничего нет. Да, тут пуст. Ну и все. Остался ладан какой-то. А, мчали к нему. Ну тут уже посмотрим ролик. Все-таки новый мир. Последний, как я понимаю. Пустынный. А вот. Поехали. А, в таком составе пойдем. Нам нечего менять. Сэм, передай Калу координаты, раскрытые нашим Кроганом. Драк, мы садимся на Эладоне. Уже иду. Пока читал, уже все прошло. Здесь его с собой не придется брать. Где именно место встречи? Называется Эдем. Находится посреди ничего, как я понимаю. У Крогана свои вкусы. Тауны?
Да не, почему? Большая база он. Межзвездный корабль реликтов? Ого. Только 41%, я постараюсь собрать всевозможную информацию. Виден, пока не хотите. О, корабля. И загрузка. Кто живет? Кроме Кроганов. Падальщики, которым нечего терять. Преступники, выгнанные из Кадары. Это будет интересно. Я отправлюсь в поселение, проверить, как там что. И он с нами не пойдет. Найдены меры для изучения. Конфликт колоний. А тут перегрев. Изучить аномалию. I detect above normal temperatures. А лучше температура. Юрит. Тут море просто квестов, а наш далеко. Монолиты. Новая тучанка. Активатор памяти. Пойдем квест возьмем. Ха, то стеньки нас стоят. Забавно. А если перегреюсь, умру, да? Привет. Кент. Эй, вы из знаки различия. Знаешь, что ты с Некса перепроходишь? Кент Хелси, служба безопасности Нексуса. Должна быть причина, почему ты здесь. Что случилось? Нет, это не из-за Нексуса. Личное дело. Моя сестра Изабель. Призвалась не с теми людьми, поддержала восстание, ее изгнали. Таким образом, она много с кем рассорилась. Когда пришел в хранение, твоя сестра постоянно попадает в переплеты. Неудобно стечение обстоятельств. Меня это не волнует. Я хочу ее найти. Знаешь, что она не сможет вернуться на Нексус. Но мы можем вместе начать все заново. На Кадаре. Хороший брат, Кент. Рано меня поздравлять. Проблема в том, что я не оценил эту планету. У меня нет транспорта. Тяжело терпеть жару. Я даже не успел ничего сделать. Я уже застрял. Не переживай. Я тебе найду, Изабель. Я надеялся. Думаю, у барахольщика на Кадаре есть информация. На Кадаре, да? Ништяк. А где тут еще квесты были? Вот так. А сзади никого не осталось. I bet that's a water storage setup over there. Там явно хранится воду. Где там? Падальщик. Что тебе надо? Честно говоря, мне просто любопытно, что здесь происходит. Что здесь происходит? Тебя не касается. Иди себе мимо, пока ноги не прострелили. Здесь вроде оружие запрещено. С воротами тебе это не помогает. Если увидишь меня там, лучше беги.
При проходе есть необходимость атаковать эту личность. Вряд ли кто-то может повредить нашему делу. Верно? Давайте спокойно уйдем, ребята. Но у вас ко мне был интересный разговор. И что? Что, где? Я слышал эту беседу. Ничего не понимаю, ведь каждый для инициативы тщательно проверяли. Почему многие оказались настолько неуравновешенными? То есть это может быть неспроста? Это я хочу выяснить. А, понятно, данные сканеров хотят. Незаметно сканировать. Достаточно незаметно. Любопытно. Это не падальщик. Засада? Это разграбить нас? А тебя нельзя сканировать. Это насколько надо быть незаметно? Интересно. Достаточно незаметен. Их что-то нельзя посканировать. Ладно. We want to be careful. From what I hear, it's swarming. Not a scavenger. Охранник. Это не падающий, говорится. Элейские бутылки и емкости. Охранник. Падальщик. Данные не особо убедить, надо еще кого-нибудь. Прошу прощения. Тонко. И это не падальщик. Клиент. Поторгуюсь. Ну, из-за чего это падальщик был? Анея. Ты Анея? Верно. Вы бы не слышали? Ходят слухи. Ты процветаешь на Эладоне, который считается непригодным для жизни. Все так. Мне удалось создать здесь некий рай. Без войны, без насилия. За воротами ты сам по себе, но внутри безопасно. А кто нарушит покой, тот ответит передо мной. Да, все ведут себя так прекрасно, они сами по себе. Они что-то понимают. Ха! Здесь нет никаких хитростей. Я нужна этим людям, им нужно то, что я продаю. Поэтому ведут себя так. Кто интересует, чем могу помочь? Обращайтесь. Что у вас можно купить? Я не знаю. Что вы можете предложить? С вами торгую водой. За этим иди к цистернам. Вода она продает. Расширение на два мода. Это усиление ячеек модов при разработке можно использовать только одно подобное. Давай возьмем. Чем нет? Так, хлам. Утиль. Продать. Обмен. Есть что-нибудь интересное прямо. Моды. Покраска есть. Берем. Покраска нам нужна. Модов нет. Я могу помочь? Давай еще раз инвентарь. Вот, ключ доступа. Так, и еще. Everyone's treating you good, I hope. Да. I'm supposed to meet a Krogan here named Strux. Мне тут встреча с Кроганами. Look around. If my customers have names, I don't know them. Я предпочитаю не знать. Так удобнее. You have a pretty good attitude. Мне что-то навежда для подобного места. I've got nothing to complain about. Мне нечего жаловаться. Я богата, и ко мне никто не лезет. Самая влиятельная женщина на Эладене, да? Не хочу быть хвастунером, но да. Ладно, пока.
счастливо. Привет, падальщик. Это охранник. Это не падальщик, рейдер. А пройти сюда нельзя, да? Отойди. Тебе сюда нельзя. А меня подсканировать кого-нибудь. Сиян. Новое броня, качественное оружие. Бьюсь об заклад, что ты неизвестный. Как посмотрел, для тебя намечены. Потому что она и меня и наняла. Я знаю, с кем лучше поддерживать добрые отношения. Расскажешь о своей начальнице. Она мне дала работу и место, чтобы жить. Но она сурова, такими как ты. Даже отказывал им в воде. Попросту, потому что не нравится мне. Давай пропустим этот диалог. Изгнанники, да. Так ты работаешь на торговце с водой? Да, Гайд, ты инженер. В некотором роде. А Кадар я занимался разработкой оборонительных систем. Тай наушки в темноте. Вот специализация. Здесь я работать не могу. Почему? Солнце на Эйлей никогда не заходит. Эй, Лайдене. Здесь нет ночи. Именно поэтому у Эдема все идет хорошо. Тут товары не только вода, но и тень. Как ты здесь оказался? Как и всех? Я был отчаянен. Лез долги на Кадаре. Нужно было бежать. Надо сказать, здесь так же плохо жить. Да. Отличные дела тут, короче. Построил систему обороны на этой базе. А мне надо сканировать. Ну, быстро показались, кто может сканировать. А вот, походу, это мои. Чуваки. Стракс. Джоргал Стракс? Джорг Стракс? Джоргал. Я перепроходец Нексуса. Вы хотели встретиться тут? Да, хотел. Спасибо, что пришли. Лучший шанс нам всем выжить, быть вместе. Это касается и Кроганов. Отлично, хорошо, что есть союзники. Значит, у кого не проблемы? Тут становится все хуже. Нам нужно это место. Она сыпнула? Да это пока не дошло. Мы затаились. Она планирует нападение на Нексус. Вот что нам известно. Судя по вашим аудиозаписям, вам правда стоило затаиться. Морда зовет. И тогда мы все умрем. Кроганы умрут. У нас в планете все хуже, чем тут. Вода и еда нужны всем. Даже Кроганам. А Норда ввела ограничения. Моя группа считает, что Кроганам стоит защитить мир с Нексусом. Нам нужны Кроганы. И мы нужны им. Мы все зависим на Дармире сообща. Хрена бы попробовать все исправить. Если одно разрушит колонию, то мир будет не с кем заключать. Если не верите, отправитесь к колонии Крогана. Сами посмотрите. Поговорите с... каким-то чуваком поговорите, он там внутри сидит. Будем надеяться, что она меня не застрелит. Понятно. Отправиться к колонию Крогана. Поговорить со Страксом мы выполнили.
И турианцы до сих пор висят. Тьма квестов просто. Расканить падальщиков на Идеме. Надо просто досканировать уже все, да? Там кого-то оставили. Где-то в 30 метрах еще как. Блин, что-то на крышу забрался. Данные не особо видны, надо еще кого-нибудь попробовать. Очень интересно. Так, тут еще. Ха, дыра была. Провалился так неожиданно. Это он там падальщик какой-то. Прекрасно. Падальщик, 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 падальщик. И еще вон там. I detect above normal temperatures. Ага, вон. Не получилось, надо попробовать еще кого-нибудь. Они прям тут, прям указали. Кого надо сканировать, что тут думать-то? Ну, входи, сканируй сразу. Спасибо, Райдер, это должно хватить. Я все проанализирую и сообщу позже. Ух ты. Что это такое? Панели? Я то все-таки хочу. Дюная падальщица. Вот и на том островке ресурсы есть. Так, что у нас еще поблизости тут? Это просто направление и... Поговорить с Ви... Донни. Кент Хэсси прибыл с Нексуса, чтобы найти свою сестру. А, сестру. Понятно. Вионни. После этого можно уже отправиться в путь. Heat levels increasing. Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. Ага. Виония появилась. Ну и ну. Вот только гляньте. Я хорошо знаю окружающих. А ты говоришь, кто вы? Давайте. Первопроходец. Как вы узнали? Пухлевал. Я уже трофей Кадару. Слухи разносятся быстро. Вы бы слышали, что про вас говорят в коллективе. А теперь мне стало любопытно. Лучше вам этого не знать. Ты знаешь, что тобой Хелси? Ты меня заходящий в базу данных принимаешь? Только ты здесь не хочешь меня убить. Просто помоги мне. Ладно, ладно. Я никогда ее не видел, только слышал разговоры падальщиков. Они говорили про пещеру в дюнах. И что-то там о времени у Изабель мало. Вот координаты, только осторожней. Это опасный регион. Тут везде опасно. Есть такое. А где основной квест? Вам сейчас работать с неким Рейсом? Рейс? Он мне покупает товар. Вы его знаете? Виделись. Удивительно, Рейс знает всех. Иных даже слишком близко. Элладен. Что вы думаете об Элладене?
Если они прикончат червяк или бандиты, то будет жара. А Таракс... Не знаю, как там вообще можно жить. Вот как-то справляются. Мне кажется, Рейс. Он просит помочь оттуда выбраться. Это белый раб. Кто разочаровывающийся там какой-то. Хотя Кроган доволен. Я видел новую турчонку. Надо бы так научиться приспосабливаться. Похоже, плотно сотрудничать с падальщиками. Не больше, чем нужно. Рабство, каннибализм, бандитская власть. У меня от них мурашки по коже. Я намерен держаться от них подальше. Умно. Но дело не только в вожаках банд. Подами тоже небезопасно. По идее, это не тайная полоса. Но я не надеюсь, что падальщики будут играть по правилам. И трофеи. Вы сказали, что перевозит трофеи к Кадару. Как это устроено? Падочки с ним приносят свои находки из адской перспективы. А потом? Отвожу добычу на Кадару и продаю торговцам. Он, конечно, берет свою долю, но вы, как правило, велика. Порой даже покупаю у Ани воду, что выгодно загнать. Значит, лишь стабильный доход. Ну-ну. Будь здорово. Обязательно буду. Нитья. Ну, думаю, на этом можно закончить, наверное. Уже время не мог, прошу. Дать день встанем на крыше. Скажем, спасибо, что смотрели. Ставим лайки, подписываемся и всем пока!